призер Олимпийских игр по фигурному катанию, продюсер ледового шоу и хореограф Илья Авербух и 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова впервые рассказали о своих отношениях. Пара сделала исключение для СМИ, согласившись на беседу на шоу «Вечерний Ургант». Участие в передаче стало первым совместным появлением Сорока 6-летнего фигуриста и звезды «Папиных дочек» на телевидении. По словам Авербуха, они не хотели обсуждать свою личную жизнь с журналистами, но сделали исключение для программы Урганта. «Ваша программа — это, наверное, единственное место, куда бы мы пришли. Мы бы еще к Владимиру Владимировичу Познеру пришли, но туда двоих не зовут. Поэтому мы здесь, мы вместе, мы счастливы. Все, надеюсь, не совсем приматы, конечно», — сказал Авербух. Он признался, что чувствует себя очень счастливым рядом с Арзамасовой и постоянно узнает о ней что-то новое. Например, совсем недавно он обнаружил любовь актрисы к мотоциклам и скорости. Актриса, в свою очередь, рассказала об умении Авербуха решать бытовые вопросы и делать вещи своими руками. В частности, спортсмен смастерил своему сыну-подростку Мартину рампу для катания на скейтборде. «Он очень хозяйственный. Очень. Он сам все может делать. Без шуток, Илья сам все умеет обуючивать, все знает, как должно быть, умеет все организовать», — сказала Арзамасова. Также она рассказала о совместном отдыхе на даче с сыном спортсмена. Ведущий шоу восхитился теплыми отношениями знаменитости и заявил Авербуху, что девушка влюблена в него, как кошка. Находясь в студии, экс-фигурист и актриса все время держались за руки. Актриса познакомилась с Авербухом в 2010 году во время участия в шоу «Лед и пламень». Экс-фигурист был продюсером и наставником проекта. На тот момент Арзамасовой было всего 15 лет. «После участия в ледниковом периоде со мной столько замечательного случилось. Я и с ледовыми гастролями объездила всю страну, и приняла участие в двух ледовых сказках Ильи Авербуха, «Тайна острова сокровищ Винкс». Для меня любая возможность выйти на лед – огромное счастье», – не скрывала эмоции Арзамасова в интервью kp.ru. «И я не перестаю восхищаться талантом и трудолюбием Ильи Авербуха. Мне всегда хочется ему сказать огромное спасибо». В юности артистка встречалась с актером сериалов «Папины дочки», «Кухня» и «Отель Элеон» Филиппом Бледным, который старше ее на 7 лет. Девушка долгое время скрывала свою личную жизнь и очень удивила поклонников. В сети появились совместные фотографии пары с отдыха на набережной, влюбленные сидели за столиком у воды и держались за руки. Снимки были сделаны настолько близко к паре, что их посчитали постановочными. Затем Авербух подтвердил, что действительно встречается с актрисой. Долгое время Арзамасова отказывалась комментировать отношения с продюсером и обещала сделать это, когда придет время. Актриса еще не была замужем, а у Авербуха за плечами 12 лет брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Теперь же образовался новый союз между творческими людьми, можно пожелать им только счастья. Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий.